Саламчи! Салам алейкум! Where is my mind? Где четвертый? Yeah, а вот он. Я хотел к нему. Вы бы знали, как мне довезли вообще, я бутер хаваю. Привет. Здравствуйте, товарищ Сталин. ОМОН нас не расстрелил. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. С вами снова я, Кирилл Руина, и вот эти два пидораса. Так, вы знали? Ты конченый, как ты это проходишь, я не понимаю. Ты наебнулся? Да. Я забагался. Никита, пока. Мне будет, походу, все еще. У меня веревка все еще лежит там. А гений, где? О, ему меня тэпнуло. Ну-ка, иди упади, залезь по веревке. И все, пошел нахуй. Да, да, убираю веревку. Вот в чем прикол, я типа меняю соты, но упал. Убрал я. Сталине, Нади. Все, хуй тебе. Я долезла. Веревки нету. Ты мудак? Веревок нету. Ладно, есть одна. Веревка есть. Залази, заебал. Ё-мо, это что с ним? Нет, не надо, ёкарный баба. Ну все, все, я не буду убирать, не буду, наверное. Не, блядь. Ты даже так залезть не можешь. У меня, блядь, тело раньше. Нахуй, блядь. Нахуй пошел отсюда. У тебя ноги там застряли, съебись отсюда. У тебя ног нету. Логично, ты маленький. Возьми контр. Пошел нахуй. Никита, привет. О, ему. Бро, такое чувство, как бы... Что это такое? Кто последний, того в попу ебали. Я подожду. Мы запрещаем тебе идти. Отойдите, блядь, вы ебать жирно. Опа, пока-пока. Вы куда его, блядь? Пока-пока. Вы куда? Я с вами. А он всё, не с... О, я падаю. Мы идём с пацанами в Макдак. У меня фонарик. Я-то знаю, что мне взять. Ой, ключик. Всё, погнали. О, ема, чего застрял? Я бежу. Он ко мне? Он ко мне! Иван, на тебя Иван бежит. Проезд 10 рублей. Мне похуй, ты чё? И чё ты будешь делать? Ёкарный б***. Там кто? Ты кто? Начнём с того, что это явно не... А, это Кирилл, ладно. А там дальше кто? Ой. А если до конца, кстати, мне бежать, что там будет какой-то мой? Не знаю. Мне кажется, ты умрёшь так же, как вы тогда бежали. Тот же. Здесь тупик, здесь тупик. Тупик. Здесь тупик! Кстати, Иван вроде повстречал Никиту. Встречаются? Смысл мне изменять его. Иван. Да, я тоже включено. Вы мне изменяете? Да. С Никитой? Да. Тройничок замутим. Кстати, если ты в лужу наступишь, тебе восполнится мана. Проверил, блядь. Он чё, реально наступил? Но Иван-то не шарит правильно, как играть. Первый раз игру проходит. Ну да.